Друзья мои, всем здорово! Сегодня у нас будет вот таких вот три прекрасных посылки. Они очень маленькие, но я думаю, что-то для себя вы найдете. Давайте распакуем. AliPrice.com. Ваш экономичный помощник для AliExpress. Первая посылка. Здесь написано, что это какой-то браслет. Так, вот такой вот чехол. Здесь письмо. И еще один вот такой вот мохнатенький чехольчик. Все, здесь пусто. Смотрим. Женский браслет, по-моему. Вот так вот хорошо это упаковано. Один. И вот такой вот золотой Двас. Они, походу, совершенно разные. Ну да, смотрите. Здесь вот такая вот прикольная цепочка. Вот такой вот стразик. И вот так вот это все выглядит. Ну, девушке подарить, я думаю, будет очень-очень довольна. И вот такие вот бусинки. Четко, я скажу, четко. Прикольно смотрится. И вот такой вот золотой. А, нет, они одинаковые. Да, я думал, немножко разные. Но, в принципе, нет, все-таки они разные. Смотрите, здесь больше диаметр, здесь меньше. Ну, а по сути, так, по дизайну почти одинаковые. Есть такое, ссылка будет в описании. Друзья, следующая посылка. Вот такой вот конверт мне дали. Я сначала вообще не понял, что это такое. Думал, документы какие-то, потом смотрю, нет, китайские какие-то надписи. Сразу и не понял. Да и забыл, в принципе. Давайте вот так вот надорвем аккуратно, бо ножиком это все будет плохо разрезаться. А это, друзья, вот такая вот наклеечка, очень офигенная. Смотрите, вот такой вот лев. Куда-то, я не знаю, там приклеить, перевести, будет смотреться офигенно. Дорого так смотрится, как будто реально нарисовано. Ну, это обычная бумага. Отклеиваете, прислоняете, оно приклеивается. Ссылку тоже найдете, там у продавца очень-очень много всякой фигни. И вот эта вот маленькая еще посылка дошла тоже быстро. Здесь находятся вот такая вот кукуруза лампочки. Опять же письмо. Кукурузу мы эту сейчас проверим. Я уже вскрыл, посмотрел, что здесь. Фирма у нас Карсти. Это у нас такая кукуруза для габаритов. Вот так вот она маленько выглядит. Очень-очень много диодов. 33 здесь диода. Стоит чип. И давайте попробуем подключить. Есть у меня лабораторник. Включаем плюс-минус. И сие чудо должно гореть. И да, друзья, вот так вот оно горит. Кстати, нифига себе, оно так дубасит нормально. Ну, у меня софтбокс, но сами, да, видите, как оно хренячит так. Дай бог, я вам скажу. Очень-очень светло сейчас день, но, блин, глаза слепит. Прикольно. И, кстати, эта фишка даже нифига не греется. Очень странно. Ну ладно, работает и работает. Ссылка будет, конечно же, тоже в описании, друзья. Вот такая вот сегодня у меня была подборочка для вас товаров. Я думаю, вам что-то приглянулось. И для девушек, и татуировочка, и для автомобилистов. Все это было в распаковочке. Ставьте лайкосы, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. Все полезные ссылки в описании. Пока, удачи! Тебе понравилось это видео? Поставь лайк данному ролику. Помоги каналу, сделав репост. Тебе есть что сказать, пиши, пожалуйста, комментарии. Ну еще можешь, конечно, заглянуть в мои плейлисты, там много интересного.